В Люберцах продолжается обновление Наташинского парка. После запуска нового колеса обозрения на очереди строительство современной детской площадки. Работы стартовали на площади в 1350 квадратных метров. Детская игровая зона будет состоять из 25 элементов. Несколько видов качелей, различные спортивные снаряды, батут, канатная дорога и даже ручной экскаватор. Также территория получит комфортные лавочки и новое освещение. Все работы подрядчик обещает завершить 5 октября. Данная площадка устанавливается в рамках программы губернатора формирования современной комфортной городской среды. На данной детской площадке используется в основном дерево, это экоматериал. Она предназначена для всех возрастов.